Гана стала первой страной в мире, одобрившей вакцину Оксфордского университета против малярии. В первую очередь, ею привьют самую уязвимую группу населения – детей до 3 лет. Каждый год от вспышки малярии в Африке умирают до 1 000 000 человек. По словам ученых, для защиты 25 миллионов детей ежегодно необходимо производить до 100 миллионов доз вакцины.